Итак, будем готовить овсяную кашу. Мучила на молоке. Берем наш мерный стаканчик. Насыпаем на 4 человека, нам нужна будет кружечка. Хлопьев. Потом добавим сюда из расчета на одну кружку хлопьев. 2,5 кружки молока. Можно добавить сушеный абрикос либо изюм, но мы этого делать пока не будем. Это будет у нас обычная каша. Так. Добавляем щепотку соли, где-то 1/2 чайной ложки. И на такую кашу добавим 2 кубика сахара, 1/2 столовой ложки. Еще нам нужно добавить грамм где-то 10-15 масла в нашу кашу. И все. И будем ставить мультиварку на приготовление. Единственное, что в процессе приготовления нужно будет перемешать через 7 минут и через где-то 40 минут после того, как мы установим время варки. Каша в данной мультиварке готовится в течение часа. Открываем, смотрим, чтобы контейнер был пустой, и ждем.